Бабигам. Этой весной команда репортеров «Баби Гам» побывала на красивом празднике в честь дня рождения певицы Ольги Фроловой в московском клубе «Руки вверх». А как нас видно? Как мы выглядим? Какой симпатичный мужчина. А, слушайте, девчонки, вот спрашиваю. Как мужчина симпатичный, так я в пролете. Талантливая певица Ольга Фролова не только исполняет прекрасные песни, но и много делает для поддержки молодых музыкантов. Мы пожелали ей новых хитов и успехов в продвижении юных талантов со всей России. Прекрасные песни! Спасибо вам! Спасибо! Хожу в метель по улицам знакомым, но нет тебя на них. Вы очень красивая, честно, да. И, кстати говоря, получается, вы вживую будете петь или нет? Конечно, вживую. Да? Может быть, есть какое-то пожелание для Ольги? Сегодня у нее праздник. Давай передать. Конечно, есть. Ольге хочется пожелать увеличивающейся без конца армии поклонников, фанатов. А как ты увеличиваешься без конца? Без конца увеличивающиеся, естественно, цвести, пахнуть, развиваться, любить и быть любимой, конечно. Вот, все интересно, что происходит в Москве, культурное, творческое, все что угодно. Вот это я понимаю тему, Маша, у кого-то отрезала микрофон. Да, Маша, да. Маша, микрофон-то наш здесь. Да. Поздравим Ольгу. Оля, поздравляем! 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 С днем рождения! А Оля где? Оля, ты слышишь, я тебя здесь уже все отлично! Актриса Карина Мишулина пожелала Ольге новых интересных проектов, благодарных зрителей, весны, тепла и любви. Здравствуйте, дорогие друзья! Я, королева шоу-бизнеса, приехала поздравить Ольгу Кушанашвили с днем рождения. Это мои личные охранники, которые всегда носят меня на руках. Олечка, я поздравляю вас с днем рождения и подарю вам свои песни. Подождите, мы еще хотели босоножки. Там босоножки. Босоножки. Давайте. О май гад. Вот это тренд. Значит так, у нас в тренде босоножки, охранники и песни в подарок. Песня в подарок. С днем рождения. Оля, опускаем, благодарю, мальчики такие. Мальчики справились, Какие молодцы. А еще мы не упустили возможность станцевать и спеть с нашим другом-продюсером Сергеем Доворцовым.